Здорово, бандиты! Вот мы с вами и доползли до последнего нашего режима. Четвертый выживший он называется. Мы с вами прошли линейку DLC «Выжившие призраки». И, наконец-то, подходим к концу. Сентябрь 1998 года. Частный спецотряд «Амбрал». Ой, а чё, у меня скипнули-то? В смысле? Они меня, короче, пропустили. Всё, ёпта, я даже не успел прочитать. Так, ну это четвертый выживший какой-то, да, как я понимаю? Это, видимо, Ханк. Мы уже играли за одного из... Это полуночник, Альфа, ответьте. Альфа, как слышите? А полуночник, это Ханк из отряда Альфа. А, черт, я подумал, вас всех завалили. А я пытался. А я в точке К-12. А когда и где ждать эвакуации? Как у нас? А, похоже, мрачного жнеца не остановить, да? А где ждать эвакуации? Расслабьтесь, мистер жнец. А я направляюсь к главным воротам полицейского участка, подберу тебя там. А, понял. Ебать, вы что, ебанули, что ли? Это мне еще сейчас... Это мне сейчас нужно в полицейский участок из канализации идти. Да ладно, да ебанись, короче, вы прикиньте. А как мне всю карту посмотреть? Подождите, у меня здесь вот есть... Вот, верхний, средний. Так, подземный комплекс, полицейский участок. А куда мне идти в полицейском участке? А вот, выход, блядь, вход, то есть. У меня вертолет прямо на выходе стоит. А где у меня там... Это мне, то есть, нужно идти к этим, что ли? Господи, блядь, зомби вон встают, стойте. Надо их отбить немножечко. Мне, короче, нужно идти прямо к главным воротам, что ли, получается? Это мне нужно через все локации, блядь, в игре проходить. У меня аж слюна вылетела. Блядь, бабенов встает, бабенов, слышь? Я что-то на вас более много амуниции трачу, молодые люди. Это, ну как, блядь, ну все пиздец. Это, я как понимаю, очередной режим на выживание. Так, мы вас обойдем, да, мы вас обошли. Правда, с большим трудом, блядь. Но обошли. Это очередной режим выживания, такого, знаете, на времени. То есть мы должны из точки А прибежать... Блять, патрон закончился. С точки А прибежать в точку Б. При этом, чтобы нас не скушали, чтобы нами не полакомились. Да, слушайте, DLC, конечно, разнообразием-то особо не блещут. Нет, ну хорошо, что они хотя бы бесплатные. Если бы они еще... Если бы вот за это мы отдали с вами деньги, тогда бы я вообще Capcom просто нахуй послал, если честно. Хотя сама по себе сюжетная линия... А, довольно добротная была, серьезно. Я уже не помню, когда я последний раз проходил игры с таким удовольствием. Так, у нас здесь кто? Так, у нас здесь... У нас здесь собаки! У нас здесь собаки! Так, собаки, блядь, собаки, идите нахуй! Я не буду даже с ними биться, нахер мне это нужно вообще? А я, кстати, туда иду-то, подожди. Я что-то запизделся, короче, что-то никуда-то не туда уже пошел. Это я сейчас где вообще нахожусь? Это я сейчас нахожусь в мониторной, вон там у меня Биркин, то есть туда мне идти смысла нету. Он туда, он, где у меня едят молодого человека какого-то. Мне нужно идти вот сюда вот. То есть мне сейчас, получается, нужно как-то через, блядь, бабёну вот так. Давайте ей ногу нахуй разнесем, да и все. Блядь, опять собаки, да ебанитесь, вы откуда вообще беретесь? Собаки, а? Ой, сколько их бежит-то, а чё их как много-то, блядь, смотрите. Охереть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а чё у меня жизнь? О, какой у меня рюкзак. Охереть вообще. Так, у меня здесь, у меня есть даже, у меня магнум с собой, у меня есть LE-5, у меня есть шатган, у меня есть какой-то МУП, что это за вообще? Заебанина такая. А давайте, наверное, патроны к магнуму сделаем. Так, у меня сколько хила-то, блядь, с собой, да ладно. Так, давайте перезарядим. Ну, если что, мы хильнемся. Так, туда мне идти смысла нету, там у нас фуникулер, это выход в лабораторию. В лабораторию нам сейчас идти не нужно, нам нужно идти, короче, к этому, а к полицейскому участку. Так, полицейский участок у меня сейчас где? У меня, по-моему, сейчас направо нужно идти, да? Или нет, стойте. Так, здесь у меня рубильник. Рубильник нажимает. А, рубильник не нажимается, да вы прикиньте. Он не работает, блядь, рубильник-то этот. А куда мне тогда идти нужно? Вот сюда вот, что ли? Давайте, наверное, шатган возьмем. Честно, мы вообще из него, блядь, не стреляем. Нужно разнести пару тупых голов, блядь, этих ублюдков. Так, давайте сюда спустимся. Здесь у нас что? Здесь у нас очень много зомби. А, блядь, они вставали. Ой, на тебе грену, короче. Все, забери ее, блядь, забери. Только не мешай мне проходить. Побежали, не останавливаемся. Так, вниз у меня, короче, идти смысла нету. Там у меня эти большие лизуны. Так, а здесь же у меня, кстати, дверь была закрыта все время. Я помню, в сюжетной кампании, помните, я к ней подходил, я сейчас сказал, типа, я не знаю, что... Да, она открыта, смотрите. Здесь сломана эта штука, но она открывается вот с этой стороны. А как попасть на эту сторону, я в сюжетной кампании хуй его... Ой, там этот большой он ходит. Давайте, наверное, из маг... Слушай, давайте ему из магнум руку, короче, разнесем. Или можно, или... Вот, вот так вот, да, можно подождать, когда он начнет пускать своих этих штук. Блядь, меня это схватил. Ну, какой-то, блядь, сука... Они мне напоминают из Блейда. Помните, у нас в Блейде были такие же. Так, стойте, это меня куда развернулись вообще? А, мы, они меня, короче, не в ту сторону повернули. В Блейде были такие же противники вот с такой вот пастью, рассоединяющиеся вот так на несколько частей. Возможно, это какая-то копипаста, это плагиат. Надо бы сообщить разработчикам Блейда.
режиссеру или кому-то сообщать. Такие вещи, я хуй его знаю. Так, этого мы обходим, блять, так нет. Нам нужно в мастерскую. Да, здесь у нас все открыто, здесь мы можем пройти, потому что единственный выход в полицейский участок, это вот здесь, вот с помощью вот этого лифта, в то место, где мы с вами бились с Биркиным. Что же, поехали, поехали. Так, ну пока, слушайте, мы живем. Мы сколько времени? Мы 4 минуты уже бегаем. Я так думаю, нужно уложиться раньше 10 минут. Не знаю почему, но надо это сделать. Так, здесь у нас зомбейл. Ой-ой-ой-ой-ой, блять, схватил, сука, внимание. Нормально, нормально, все, у меня очень много аптечек. Это мы переживем. Это мы переживем, блять, а вот это уже опасное, сука, состояние. Да я выйду отсюда, стой. Стой, где, не вижу, где мы вообще? Где мы вообще? Я, кстати, научился очень интересному спид-хакерскому приемчику. Когда вы поднимаетесь по лестнице, нужно нажимать прицел вашего оружия, тогда вы будете пропускать замедленную... Я не могу здесь... А лифт у меня не вызывается, блядь! Он не вызывается, я не могу отсюда уехать! О май гад, о май щит! Так, ну ладно, тогда... слушай, я по тому пути-то вообще пошел. Это мы, наверное, сейчас в эту... на парковку выйдем. Куда мне с парковки? А, ну хотя бы с парковки. Ой, лизун, блядь, стойте. Так, лизун, где нахуй? Тебя нужно? Ой-ой-ой, блядь, а мне ему нечем. А, у меня есть грена, его можно слепить тогда. Давайте ему отдадим грену. Слепанем немножечко этого пиздюка-то. Так, ты посиди вон там. Он там что-то сел, короче, ждать начал. Так, это кто такой? Это просто зомби, тогда мы его обойдем. Так, а ты встаешь? Так, этот тоже встает. Пока они встают, их можно оббегать. Это я вам говорю лайфхак такой, если вы будете это проходить. Запоминайте, как батя-то проходит. Так, здесь у нас... Кто здесь у нас? Еще один... Ты меня схватишь или нет? Нет, он меня не схватит, мы вот это просто оббегаем. Здесь очень много моментов, которые можно просто скипнуть. Так сказать, не убивать даже зомби. Нахуя лезть лишний раз в схватку, вот скажите мне, зачем? Блин, там собака. Давайте здесь их тоже, может быть, обежим как-нибудь. Вот так вот обежим, да. Обежали. Так, собаки. Где собаки? Собаки тоже. Не схватили, блядь, нихуя. Я мастер какой, я пиздец. Пиздец, пацаны, пиздец. Я научился играть в Resident Evil. Так, а здесь-то мне куда вообще? Куда мне здесь нужно идти? Так, подождите. Так, там у меня тюрьма. Так, в тюрьму мы слушаем. Тюрьма у меня закрыта, Тогда мы обходим вот сюда вот. Там у меня тоже закрытая дверь. Тогда мне нужно идти вон в ту. Так, у меня что вообще? У меня есть 3 гранаты. Мы их, в принципе, сможем использовать. У меня есть дробовик. Давайте. Блять, они мне здесь путь блокируют. Ну, чё, вас как много-то? Слушай, так, это минус башка. Кто у меня здесь еще есть? Так, этого тоже минус башка. За мной кто-то бежит, блять! Останься от меня, пожалуйста, умоляю. Так, здесь куда? Здесь у меня бабёна какая-то. Так, мне нужно, короче, налево. Какой, блять, откуда ты взялся, ты слышишь? Мозговит ты наш парень, блять, а? У них, кстати, мозги наружу, вы замечали это? Я только сейчас заметил. Эту хуйню заметил. Так, мы туда идем-то вообще? Нет, ну зачем мне карту? Зачем я ее смотрю? Мы сейчас, по идее, идем в полицейский участок, да? Живем пока что, ждем. Сколько у нас времени? 7:21. Я так понимаю, за 10 минут я точно не успею. А хилок, сколько хилок у меня тоже очень много, да? Нормально. Я думаю, доживем, катаны. Да ладно, ты тоже здесь. Отстань от меня, сука, он меня схватил своей ебаной рукой, блядь, слышь? А ты-то откуда? Тебя зачем здесь нам сделали? Заспомнили? Ты ебанись вообще, а? Большой ты ублюдок. Так, сюда мы заходим. Так, сюда. Ой-ой-ой, так, тихо. Минус башка. Так, нам сюда, что ли? Или куда нам здесь нужно идти? О, сколько здесь зомби-то у нас ходит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, давайте повоюем немножечко, так уж и быть. Вы меня вынудили, пацаны. Меня вынудили с вами повоевать. Так, это мы сюда. Там у нас открыто. Да, у нас здесь двери открыты, кстати, смотрите. То есть у нас главное. Так, нет, тебя мы. Так, давайте. А ты закрыта решетка-то, блядь! Подождите, решетка-то закрыта. Так, ты иди нахуй. А куда здесь тогда там? А там все заблокировано. У нас один путь остается это вот сюда вот. У нас там все лестницы закрыты, блядь. Так, тихо. Здесь кто-то есть, здесь никого нету. Так, здесь нет лизунов. Я помню, здесь в оригинальной компании были лизуны. Здесь кто-то есть? Нет, здесь нету лизунов. Так, а это... Подождите, а куда мне... Нет, есть лизуны, блядь, вот. Сука, есть лизуны-то. Так, давайте ёбнем. Давайте еще раз, ёбнем. Ты погиб, что ли? Ой, сколько там зомби-то встает, блядь, у нас. Так, тихо, идем, живем. Так, давайте, наверное... Так, да какой... Бери грену, кидай туда скорее. Кто погиб, кто живой? Все погиб... Никто не погиб, блядь! Почему никто не погиб-то? А почему никто не погиб-то? Почему никто не погиб? Почему? Так, фуловая грена. Ой, то есть это, хилка. Забираем, заходим в комнату вот в это. Так, ну это мы сейчас выйдем с вами в этот, в Старс, в кабинету Старса.
О чем туда идем-то? О, у нас здесь эти. Блять, подожди, возьми автомат. У нас здесь кусты, блять, люди, кусты. Так, этого мы отбили, все, оббегаем их. Оббегай скорее, блять, ха! Беги скорее, Форест, ебущий, блять. Что за режим Фореста у нас? Так, ну здесь мне. Туда мне нужно было заходить, не знаю. Так, эту дверь у нас. Да, у нас дверь открыта. Так, ну сейчас куда мы идем? А в этот. Блять, отстань. Все так открыто, да ладно, что? Так, это у нас. Это у нас куда? Это. А кстати, а куда ведет та дверь? Стойте, а куда ведет та дверь? Та дверь у нас на второй холл, по-моему, этот. На второй этаж холла ведет, нет? Мы можем. А, так она у нас открыта, ёпта. А подождите, а куда это нам? Это мы сейчас, то есть, идем в комнату ожидания. А зачем нам нужно идти в комнату ожидания? А, ну мы сможем к. А, мы к запасному выходу сможем там, по-моему, выйти, да? Пойдемте здесь тогда. Так, там собака. Блять, за мной большой ублюдок идет. Собака, ты меня видишь вообще? Нет, ей... ей вообще до пизды, она там лакомится этим молодым человеком. Так, лады, бежим, 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 не останавливаемся, не останавливаемся. Давай, Ханк, я верю в тебя, только за мной идет большая ебанина, но это нормально. Это все. На тебе грену, слышь, забери. Давай, взрывайся тогда. Давайте, опа, взорвали, взорвали, нормально, все, только меня, по-моему, сзади. Вот, блядь, еще один, да ты ебани, что ли, слышишь? Блядь, их двое, вы прикиньте, здесь двое. Внимание уже. Ну что? Ну что, у меня все так плохо-то? А у меня, кстати... Так, стойте, у меня здесь, да, у меня здесь заблокирован дорога, смотрите. Там блокада, ёпта, стоит, мне тогда сюда нужно идти. Да ладно, у меня получилось его бежать, да ладно, ты че, серьезно? Так, там стоит, так, нужно много отстрелить тогда. Так, у нас что вообще по оружию? У нас есть пистолет. А зачем мне пистолет? Что я буду делать с пистолетом? Так, там у нас библиотека, по-моему, так, нам надо сюда вот нужно идти. Так, здесь у нас что? Здесь у нас... Это у нас что за вакханалия такая, блядь, здесь вообще происходит? Так, тихо, живем, 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 живем. Давай, Ханк, я в себя верю, он уже весь израненный у меня какой-то. Зум, блядь, здесь что едем? Так, да, так, пацаны, сконцентрировались. Это у нас финишная прямая. Здесь можно как-то. Не, мы здесь не сможем спуститься. У нас финишная прямая, блять. Вы прикиньте, у нас финишная прямая. Жизнь внимание. Так, жизнь у меня внимание. Так, берем магнум. У нас здесь уже вертолет стоит. Я помню по карте, у нас там же вход был, ёпта. Так, подождите, сейчас посмотрим, кстати, сейчас чекнем. Так, подождите. А, вот выход, да! У нас здесь выход уже. Так, этот. Так, сейчас он ёбнет, и обойдем, и мы его... Или мы, блядь! ну что здесь так много говна-то всякого? Ну что у вас здесь так много, пацаны? Ну что такое? еще двое, блядь, ну там же финишная прямая у меня была, ну что такое? Дайте я выйду отсюда, пожалуйста. Там еще человек куст, блядь, ходит. У меня нечего ему вставить. Что? Они меня прям на фине, там уже у нас там был вертолет, они меня схватили на финише. Я думаю, а что если этих зомби просто обойти, я успею это сделать? Смотрите, если мы просто... Да, смотрите, мы успеваем, ёпта, здесь можно обойти, даже не париться. Они нас не успевают, а чё, зачем я их тогда убивал здесь первый раз? Так, а с тобой что делать? Тебе нужно... Нет, он меня скорее... Да, он меня скорее всего схватит, поэтому здесь лучше вот так вот сделать, то есть немножечко кого-то отдвинуть. Так, ладно. Так, я не знаю, что мне сделать вот здесь вот. Здесь у меня слишком много... Блядь, о, да, здесь очень много собак бегает. Я не знаю, что с ними вообще. Как быть-то, ёпта, с этими собаками? Их стоит убивать-то? Собаки, слышите? Это имеет смысл какой-то? Какую-то почву, блядь, осмысленную под собой имеет? Да имеет, в принципе. Смотрите, они нас не задамажили, мы их обижали. Лады. Еще один участок пройденный на ура. Здесь у меня сейчас будет очень много зомби. Здесь, наверное, стоит... Так, подожди, возьми дробовик, наверное. Здесь, как мне кажется, будет намного лучше. Блядь, здесь ползущий, сука. Блять, я ему нож даже воткнул. Ну ладно, это нормально, немножечко меня укусил. Я это ему прощу. Ладно, идем дальше. Так, его мы оббегаем. Здесь у меня ходит Замбейло. Ему мы сносим его тыкву глупую, которая умеет только есть. Вот ему голова создана для того, чтобы он в нее, блять, ел. Так, их его убиваем. Эти давайте тоже тогда постреливаем немножечко. А то меня здесь укусили, я помню, в предыдущий раз. И пока что у нас идет спокойный участок, и мы движемся дальше. Блять, ну вот этот, короче, он хватает в любом случае. Здесь, мне кажется, сделать даже вообще ничего нельзя. Ему по-любому придется отдать. Либо, блять, я ему нож отдал. Ему придется отдать либо нож, либо гранату, либо еще что-нибудь, что у вас есть из-за расходуемых предметов. Потому что здесь иначе, ну, никак вот прямо вообще совсем. Так, ну-ка, их здесь можно обижать? Нет, их здесь нельзя обижать, сука, у меня все равно хватает. Ну, что такое-то, блять, а?
Я думаю, сейчас безопасно пройду, а тут хуй бы там, на тебе Грену, короче. Надо самое главное оставить Грену одну, наконец, какую-нибудь, вообще неважно какую, потому что там у нас слишком много лизунов, у нас там, о, таких лизунов, стоит, у нас там слишком много зомби, у нас там очень много кустарных ублюдков, прямо на финишной прямой, перед лифтом. Так, здесь у меня этот бежит, по нему, может быть, лучше из магнума въебать, слушайте. Мне кажется, его вообще убить здесь стоит. Ты погибнешь? Так, все, он с трех выстрелов погибает, господи. Я, кстати, слишком экономно играю, мне слишком много остается амуниции к финалу. Так, здесь, я думаю, может быть, вот здесь вот лучше пробежать. Здесь я успею, если мы вот эту башку разнесем. А, слушай, а там и так, блядь, там очень много зомби ходит. Нет, я не успею. Да, их здесь очень много, и без потерь мы здесь обойти ничего не сможем. Так, давайте вот это используем. Так, ну лады, побежать. Это у нас что? А, это у нас, кстати, у нас здесь лизун сидит. Может быть, его тихо обойти, он меня заметит. Так, Бобёна, подожди, ты меня видишь, лизун, слышишь? Нет, ты не нападешь на меня? А, так он не нападает. Так, все, мы его обошли, прикиньте, с ним такая же тактика действует. Как и в обычной игре, он нас тупо не видит. Так, мистер, блядь, какая ты тварь, мистер Икс, сука! Почему-то меня, ну, всегда вот он меня, блядь, здесь ударяет, ну вот всегда. Ну не могу я пройти это место без какого-либо дамага вообще. Вот прям вообще. Так, иди нахер. Так, у нас эта комната с целой, блядь, сотней зомби. Так, мы их обходим. Это не... О, блядь, ну да, да. О, как все... А вы-то что не ослепились? А вы-то что, слышите, вы-то чужие... А, я же вас ослепил, в смысле? Что за поебистика такая? Так, участок с мистером... Так, ну туда, я думаю, наверное, лучше будет, если кинуть им слеповушечку. Да, слеповушечка здесь работает очень хорошо, прямо на ура. И мы идем, у нас осталось 3 гранаты, меня там немножечко покусали, но это не страшно. Так, у нас сейчас будут кустарные ублюдки, для них мы берем пистолет-пулемет, потому что иначе с ними никак. Убивать их смысла нету, потому что вы их тупо не убьете, их нужно сжигать. Так, где у вас здесь яйца? Так, у этого яйца на ноге, и он там, вот тоже, окей, мы их обходим. Так, ну вот этот забег у меня уже намного лучше, я уже знаю, куда здесь бежать, куда здесь, что нужно делать. Еще я помню, у меня будет очень такой ебаный участок в этом. А, господи, накрыт. Так, подождите, это мы обходим. Блять, не схватит, блять, ну как? Ну только я сказал, что у меня все нормально, меня стали опять хватать, блять, гипсти в жопу. Так, у меня что вообще по хилкам? Хилк у меня есть, да, давайте большую съедим, чтобы нам дали щит. Так, это мы обходим вот здесь. Вот мы сейчас выйдем в холл на второй этаж. Так, вот это место, кстати, тоже довольно ебаное. Может быть, мы туда Грену кинем? Смотрите, если так мы сделаем. Так, ну они погибают, да, смотрите. С Греной это рабочая тактика. Ты живой, что ли? Блять, он выжил! Ой, блядь, я еще одну Грену вообще в никуда не ебал. Надо было, наверное, укус от него принять. Сука, я одну... Надо, самое главное, одну Грену оставить по-любому. Наконец, я об этом уже говорил, так это мы просто обходим. Здесь у нас сейчас еще один будет на лестнице. Его я научился убивать. Это делается вот так вот. На лестнице они вообще никакие, эти ребята. Они изичевые. Здесь у меня сейчас будут собаки. Здесь у меня сейчас будет большой ублюдок вот этот. Но он меня схватить не сможет, потому что я его очень ловко обхожу. Кстати, хорошо, что я его вначале заметил. Я мог прям на него выбежать. Но я что-то как-то уже сразу на него внимание обратил. Так, здесь лизун. Так, лизуна мы тоже обходим. А, нет, мы лизуна не смогли обойти, вы прикиньте. Блять, давай. Все, зашли, так, зашли. Здесь у меня кто? Здесь у меня никого нету. Окей, бежим. Но здесь у меня уже все финишное. Финишная прямая, как я и уже в первом рассказал. Так, сюда мы заходим. Здесь у меня, в принципе, даже если схватит отравляющий, у меня есть хилочка, позволяющая мне излечиться от его ебаного отравления. А что если мы вот так сделаем? Мы здесь можем? Да, мы здесь можем так сделать, смотрите. Так, все, взорвали, нормально. Все упали. Так, не упал, ты не упал. Блять, иди нахуй, слышишь, блядь, дай мне... Да я туда зайду, я тебя умоляю. Да я уже пройду эту хуйню, слышишь? Так, тихо. Так, ну что, вот это можно использовать. Так, этот встает, он меня не успеет схватить. А куда? Это мы куда? Стойте, этому надо ноги разгибать. Этому тоже, наверное, ноги, но я не успею. Разгибай ноги, все, молодец. Так, это... Блядь, он меня схватил, блядь. Ну что такое, блядь? Там финиш. Здесь кто-то... Что здесь такое происходит? Я, блядь, не вижу ничего. Обходим. Кто меня там еще ждет? Кто меня ждет? Так, здесь заблокировано, кстати, здесь заблокировано. Финиш. Это финиш. Это выход. Начни жнец, залять чивку. Все? Зачем было возвращаться? Хотел встретиться с мрачным жнецом. Да ладно, мы прошли. Давайте 5 катан. Это было эпично.
А общее время 9 минут 51 секунда. Мрачный жнец, игровой режим, дополнительный режим. Выживший тофу. Модель Ханк, мне дали еще один режим. В раздел дополнительный режим главного меню добавили новый режим игр. Вы что, с ума сошли, что ли? Что значит новый режим игры? Что значит новый режим игры? А? Выживший тофу. Нет, Resident Evil явно хочет моей смерти. Я, блять, это бесконечно, что ли? Серьезно? Я помню, в оригинальной части тоже был режим с тофу. Он тоже открывался, по-моему, после Ханка или перед Ханком. В общем, он тоже там был, так что я, в принципе, думаю, это канон, но я что-то про него уже забыл. Это, по-моему, уже реально последний режим, то есть после выжившего тофу уже ничего не дают. В общем, ладно, друзья, я думаю, на этом стоит закончить. Это у нас был четвертый выживший режим за Ханка. Ставьте пальцы, ставьте комментарии, ставьте все вот это вот там, что-нибудь комментируйте, что-нибудь там делайте еще. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, вступайте в группу, подписывайтесь на Твиттер. И до следующей части, до режима выживший тофу.